Здравствуйте. Хочу опять помечтать. Можно, наверное, за это в тюрьму, надеюсь, не посадят меня, если я делаю монологи свои провожу. Надеюсь. Очень люблю я иеромонаха Василия Игоря Рослякова, который погиб трагически на Пасху в Оптиной пустыне. Вот он. Покажу вам. Вот он. Вот. Красивый красавец. 2 метра ростом. Спортсмен, журналист, умница. Василий Рослякова погиб в 33 года, возраст Христа. На Пасху его зарезал такой молодец один есть. Николай Аверин его зовут. Николай Аверин. Сатанист недоделанный. Он исповедовался у батюшки за свой грех, то, что убил 3 монахов на Пасху, зарезал финкой. Батюшка его не простил, грех ему не простил. Молодец, правильно. Вот что я могу сказать о преступниках вообще всех? Маньяков там и т.д. и т.п. Одержимые дьяволом. Одержимые люди. Зачем маньяков, одержимых людей и вообще преступников расстреливать, сажать в тюрьму? Я не судья, но я хочу сказать, зачем из них делать мучеников? Зачем? Зачем делать так, чтобы они страдали или сидели, или лежали где-то, или расстреливать их? Зачем? Не надо из них мучеников делать. Пусть не мучаются, пусть они горят в своей совести. Пусть их совесть мучит. Я бы не стал таких людей мучить, сажать, расстреливать, т.д. и т.п. Я бы оставила их таких, какие они есть. Пусть они в своей совести горят, как в аду. Я бы так сделала. Не стоит таких людей мучить. Пусть они сами измучаются. Очень люблю Игоря Рослякова. Красавица. Богу шобла всякая не нужна. Богу красивые люди нужны. Красивые, талантливые. Богу не нужны бабки. Вот эти дурные.